Итак, если было бы все так просто, а что если нам помогли усложнить все? Потому что если все было просто, тогда маркетингу делать было нечего. Огромным количеством производителей продавать было бы нечего. Поэтому усложняют для того, чтобы, знаете, говорят, находим проблему на жопу, потом их решаем. Вот поэтому так все сложно, все так тяжело. Я вам скажу так, для ученика, который только видит таблицу умножения перед собой, для него это сложно. Для человека, который прошел какой-то путь, таблица умножения уже кажется легкой, потому что мы ее выучим. Поэтому сегодня то тяжело, что для вас вы впервые делаете. Потом вы это делаете много-много раз, и у вас это становится легко. И из-за того, что нет привычки для себя идти во что-то новое, потому что более комфортная зона есть, человек сидит в какой-то эмоциональной яме, качели даже, предположим, чувство вины. Вот он качается из стороны в сторону, и оно как бы привычно. Плохо, но привычно. Иисус говорит, свинья вернется на свое болото, собака вернется на свою блевотину. Казалось бы, да? Такой Иисус добрый, святой, духовный. И вдруг он людей так называет. Почему? Потому что люди возвращаются на привычные нейронные связи. У них уже образовалась нейронная связь, и они фиксируют его. И переход на другую нейронную связь, он сродни ломке у наркомана. Потому что биохимия затачивается при определенной мышлении, эмоциональное состояние. Потом переход на другую линию. Для этого необходимо понимать процесс, в том числе вот этой ломки. И так ломает, я называю это, агония начинается. Человек, как правило, если он без тренера, он уходит на свою привычную колею, и там остается. И поэтому вот так вроде как все сложно. Но по факту, когда ты понимаешь, как это работает, это все очень просто. Но когда понимаешь...